Сейчас покажу вам, как нам приносят газеты. Вон там у соседа валяется возле машины мешочек. А вот у нас валяется мешочек. Он упал сюда. У них такой пакетик. Положили газеты. И прямо на машине они проезжают мимо дома. И раскидывают. Так, сейчас посмотрим, что там внутри за газеты. Так, ну вот эта газета, это обычно... Здесь очень много купонов. Вот можно использовать. Есть такие магазин, допустим, Розаурс называется. И вот для него используют купоны. Здесь цена написана, сколько стоит этот продукт. И так, вот, допустим, 3 кукурузы будет 99 центов. А, ну это идет просто как реклама. Еще где-то есть отдельные купоны. Так, вот скидка тут написана, допустим. Все, пиво и вино 20% офф. Что тут у нас еще есть? Йокс-магазин тоже вот. Они пишут, какие там скидки. Вот этот Йокс-магазин, там обычно по пятницам такие хорошие скидки бывают. И тут уже они написали June 19. Это будет День Отца. И тоже будут у них большие эти сейлы. И вот тут цены указаны, что почем будут продукты. Но вот именно в пятницу всегда там каждую неделю проходят у них вот эти сейлы. Так, Альбертсон, тоже такой магазин. Ну, туда мы не ходим. Альбертсон, он такой что-то дорогой магазин. И там обычно продукты бывают такие залежавшиеся. Мы раньше жили рядом с этим магазином. Несколько раз туда сходили, все, больше туда не ходим. Так, вот тут вот куча, короче, вот всяких вот таких газеток они приносят. Это примерно раз в неделю они нам раскидывают вот эти газеты. Вот это Лавс магазин, это уже не продуктовый, это магазин, где все для дома можно купить. Тоже вот тут скидки различные. Там вот 10% на что тут, на холодильник. И вот, допустим, написано 10%, вот, только 2 дня будет эта скидка. Поэтому, если что-то хотите купить, можно вот в эти 2 дня прийти. Короче, тут куча-куча всего. Так, значит, вот это Vision, это очки. Да, тут пишут, если купить одни, то получишь еще одни бесплатно, как бы, в подарок. Если вот 2 пары заказать, то эти оправы. Так, вот еще брошюрка Теджисепени, мой любимый магазин. Тоже вот на День Отца там будут скидки. 10 там долларов они могут на что-то скинуть. Ну, наверное, на всю одежду. Там 10 долларов бонус тоже могут дать кэш. Еще вот такие скидки различные. Вот купон. Вот он, это экстра. Офф 10%. Процентов. А нет, 10 долларов, да? 10 долларов они скидывают, если на 25 и больше долларов купить товар. Так, обычно вот эти купоны, вот они их вырезают. Вот он с обратной стороны тоже вырезаешь, и там на кассе даешь, и тогда тебе будет скидка. Потому что если без купона, то скидки не будет. Короче, вот такой вот небольшой обзор наших сейлов, наших газет. Это тоже, кстати, нам русская женщина привозит эти газеты. Она прям едет вот так по улице, чуть-чуть приостанавливается и из окошка вот так раскидывает всем в пакетах, чтобы там не намочились, грязными не стали. Я ее знаю, я с ней когда-то в школе вместе училась несколько лет назад.
Ну, хорошая работа, чего так для женщины. Сел раз там в недельку, проехался эти газеты, развез. Но это не ночной почтальон. Есть еще ночной почтальон. Я как-то рассказывала. Виктор работал ночным почтальоном. Там совсем другое. Там каждый день ты ночью развозишь газеты. Вот это, кстати, неплохая работа. Но очень тяжело сейчас устроиться этими почтальонами. И ночными, и вот это. Вот она уже много лет работает. Она еще, мы с ней учились 7 лет назад. Она уже тогда работала вот этим почтальоном. И до сих пор. Потому что работа хорошая, и так просто ее сейчас не получить. Ладно, все, всем пока. Ну вот, уже попрощалась. Лучше не говорить, наверное. Пока, опять новые мысли пришли, вспомнила. Но просто хотела договорить о том, что я вот когда работала, когда мы приехали, у женщины бэбиситтером, ну, она моя ровесница была, за ее детьми следила. И вот она использовала эти купоны так хорошо. Она вот эти все газеты собирала, везде все эти купоны вырезала. И она вообще по таким скидкам хорошим очень много продуктов покупала. Ну, просто тут много магазинов, в которые мы не ходим. Там обычно дороже как бы продукты, в других можно подешевле, а вот когда со скидками, конечно, так как она делала, то можно так дешево найти продукты. И еще хотела рассказать тоже, вот как-то недавно смотрела передачу, может быть, не знаю, месяц назад или месяца два назад, тоже одну семью американскую показывали. Они в штате вроде Техас или Иллинойс, ну, короче, где-то там живут. Муж с женой, у них дети, и вот эта жена, она вообще, она прям помешана была на этих купонах. Она везде выискивала вот эти все газеты, все журналы в интернете. Там есть целые, оказывается, сайты, я даже не знала, что где вот эти, ну, купоны, как бы, именно вот для этих магазинов местных, американских. И она оттуда все это выписывала, там распечатывала, как я точно не знаю, как она все это именно с интернета делала. И вот они, когда приходили в магазин, они закупались семьей. И они все брали оптом в больших количествах. Там, допустим, хлеба, они там набирали этих 10 упаковок вот этого хлеба. Печенье различное, там тоже 10-20 упаковок. Напитков тоже там 20-30 упаковок. Потому что все выходило настолько дешевле, что можно было за эту цену, допустим, там за 2-3 доллара, да, купить вот эту буханку хлеба или 10 этих буханок хлеба. Выходила одна цена из этих скидок. Конечно, я вообще, я в шоке была. Я Виктору показывала, говорю, ну, вот этот именно, эту передачу. Я говорю, что такое возможно? Он говорит, ну да, возможно, значит. Раз про них снимали. Это не просто вот кто-то снял на YouTube, а это именно такой, как документальный фильм был про эту семью. И потом еще тоже показывали один момент, когда они на кассе стояли и покупали тоже что-то, я не помню, но в больших очень количествах, тоже какую-то еду в коробках, там коробок 20 или 30, и у нее было очень много этих купонов. Купонов тоже много, не знаю, штук 20-30 вот этих бумажных. И кассирша каждый раз подносила вот этот купон к кассе. Там пипикает постоянно, когда проносишь вот эту цену. И в итоге вышло так, что она, кассирша, сама обалдела, когда посмотрела на этот кассовый аппарат, что вообще минус, по нулям все вышло, и даже магазин им еще как бы должен. И вот эта камера снимают, там сама вот эта семья, кассирша, потом позвали там этих менеджера или супервайзера, все пришли, все смотрят в этот аппарат, как так, как вообще никто не может поверить своим глазам, как вообще вышел минус. Ну, так вот аппарат показал. Они пересчитывали потом, и то же самое аппарат показывает, что вот благодаря вот этим купонам, этим скидкам, короче, они вообще не заплатили. Я уже не помню, магазин там ей что-то вернул или нет, уже не буду врать. А вот
Они точно ничего не заплатили. Короче, вот такая вот тут система в Америке. Хитрая. Надо тоже только это все как-то уметь, знать. Ну все, теперь, наверное, точно пока.